Накануне свой профессиональный праздник отметили работники нефтяной и газовой промышленности. Значимость этой отрасли для России сложно переоценить. В рубрике «Профессионалы» наш корреспондент Андрей Яганов решил поближе познакомиться с такой специальностью, как газовик. Не путать с газовщиком. Адгезиметр, барометр, трассоискатель. В Москве все кольцами, не только дороги. А это зал технологий. Нажать можно? Ну, пожалуйста, нажимай. Для детей, говорят, тренажер. Я сам не в курсе был, как это происходит. А у нас в квартире газ. Эти слова знакомы с детства. Но мало кто знает, как устроена работа газовиков. Где же лучше с ней познакомиться, как не в профессиональном музее? Тем более поговаривают, что он единственный в мире. Евгений Андреевич. Добрый день. Евгений Акатьев, руководитель музея магистрального транспорта газа ООО «Газпром Трансгаз Москва». Общий стаж в профессии 46 лет. Это правда единственный в мире музей газа? Единственный в мире музей магистрального транспорта газа. Наше предприятие, сфера его деятельности – это транспортировка газа по магистральным газопроводам и подача газа потребителям. Я ничего не понимаю в добыче, ничего не понимаю в транспортировке. Вот как вы здесь музейными экспонатами объясняете это людям? Вот сейчас мы как раз и подойдем к одному из главных экспонатов. Это газомотокомпрессоры, которые были установлены в 46-м году на газопроводе Саратов-Москва. То есть сейчас они другие, сейчас вот не так выглядят? Нет, конечно, сейчас они уже более современные. Можем его для наглядности запустить. Это уникальный агрегат, который мы сумели сохранить. Нигде более вы его не увидите. И для чего нужна такая махина? Предназначены они для поднятия давления в газопроводе, чтобы протолкнуть через трубу большее количество газа. Здесь показано... Ну, практически весь технологический процесс транспортировки газа. Класс. От месторождения и до потребителя. Магистральный газопровод высокого давления, это трубы, компрессорная, это вот где мы были сейчас. Да, две компрессорные станции. И вот эта вся схема транспортировки газа от месторождения до потребителя. Какими качествами должны обладать газовики? Терпением, умением, так сказать, профессиональностью. Вот, ну и смелостью, наверное, потому что газ – это довольно серьезный продукт, который бывает и взрывается. Есть возможность расти профессионально? Это какие-то курсы дополнительные? Ежегодно проводится очень много семинаров различных, начиная от мастера, кончая начальниками служб, начальниками управления. Все учатся новым технологиям. То есть необходимо знать, что нас в будущем ждет. Тогда приглашаю вас в будущее. Да, пожалуйста, я вас приглашаю. Да, проходите. Вы уже стали газовиком. Здравствуйте. Борис Матвеевич, сколько лет вы уже в профессии? 45. Борис Буховцев, главный инженер, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром Трансгаз Москва» с 1994 по 2013 год. Чем же так интересна и сложна профессия газовика? В первую очередь, ответственностью за газоснабжение населения и предприятий. А во-вторых, теми людьми, которые работают в этой отрасли. Все очень преданные, очень способные к самопожертвованию и трудовым подвигам, не побоюсь этого слова. И готовы полвека трудиться на отрасли. Я один из их представителей. Андрей, это интерактивная панель, на которой отражены этапы развития газотранспортной системы Мострансгаза. То есть сегодня Мострансгаз – это 27 газопроводов? Это 27 систем газопроводов. На сегодня Мострансгаз – это более 21 тысячи газопроводов в одноличном исполнении. Сколько это километров труб? Более 21 тысячи километров труб. Ну, газовик – это такое общее, можно сказать, всеобъемлющее понятие. А вот какие профессии за ним действительно кроются? Линейную часть газопровода эксплуатируют линейные трубопроводчики, компрессорные станции эксплуатируют машинисты компрессорных установок и слесари по ремонту. Кроме этого, имеются люди, которые занимаются автоматизацией, так называемые киповцы, от слова контрольно-измерительный прибор, и, естественно, связисты, которые связывают все эти наши объекты в единое целое. Музей – это, конечно, хорошо, но побывать на настоящем объекте единой газотранспортной системы удается не каждому.
Отсюда газ идет на Московский кольцевой газопровод, а затем на крупные промышленные объекты столицы. Чьими силами это все осуществляется и каким образом? Сейчас выясним. Здравствуйте. Добрый день. Игорь Борисов, ведущий инженер службы по эксплуатации газораспределительной станции КРП-16. Игорь, как называется ваша профессия? Профессия моя называется оператор газораспределительной станции. И я занимаюсь непосредственно техническим обслуживанием оборудования на данном объекте, снятием показаний и непосредственно следим за постоянным газоснабжением наших потребителей. Рабочий день оператора начинается непосредственно с обхода территории, с осмотра основных узлов, в каком они состоянии находятся. А сейчас мы с вами находимся на узле очистки газа. Эту всю работу выполняют данные мультициклонные пылеуловители. В первую очередь от этого зависит и работа нашего оборудования, которое очень чувствительно к грязи, к пыли, к жидкости. Сейчас мы с вами находимся на узле учета газа, где происходит непосредственно его коммерческий учет. То есть это нужно, чтобы правильно подсчитать газ? Да, все верно. Вычислительный комплекс, который предназначен непосредственно для учета объемов газа, оператор может снять все необходимые нам параметры. Минусы профессии – потенциальная опасность, вредное производство, удаленность места работы от города. Из плюсов – стабильность и высокая заработная плата, постоянно развивающееся производство, социальное обеспечение. Игорь, ну что я могу сказать? Я просто восхищаюсь вашей выдержкой. Работа в постоянном шуме под огромным грузом ответственности заслуживает огромного уважения. Спасибо. Что ж, теперь зажигаю плиту у себя на кухне, и я буду знать, как много людей стоит за таким, на первый взгляд, довольно простым процессом. Андрей Яганов, Даша Махортова, Николай Спицын, Максим Ханкишиев, Георгий Орлов и Георгий Семенов. Деловое утро. НТВ.